Ванг, вот этого забери, 334-167. По каким? Вон, 334-го, нет, этого я А, захожу. понял. Извиняюсь. А, какая-то что за приколист? А, его за что? 6-7. 6-7. Хорошо. Так, молодой человек, вы задержаны по статье 6.7 Уголовного кодекса штата Сан-Андреас. На тумбу знаешь? Матумбу? Хрен. Не. Для в игре. Блин, не говори. А, ёб твою. Не, матумбу не знаю. Ты тоже не принимает? Тоже не принимают. Ну, тут админ следит вроде. Пишет, наверное, им сейчас. Ну, это Виляните Волков, который у нас. Угу. Я уже тоже, блядь, третий раз откидываю. Ох. Даже не в ГР, блядь, заебался. Принимай. Алло. Алло! Боженька, может вы уже их откинете? Не знаю, четвертый раз, наверное, откидываю. Блядь, я тоже, ладно, хорошо. Может, он заметит. А, он же не может откидывать, она напишет. Сейчас он напишет своим админам, что подкинули. Сколько латексных перчаток уже выкинул? Ёбаный, брат. У меня там целый этот кулечек, знаешь. Ну, уходит от РП, блядь. Я не знаю, у меня тоже, типа, я админ написал, у меня. Мазерати наркоз, блядь. Мазерати, блядь. Сука, нищий. Опа, раз. Аллилуйя. Второго тоже, пожалуйста. Так, не-не-не, Опа. давайте. Не-не-не-не. Ну, что, что, блядь, не-не-не, давайте. Максим, Диабло, разрешите обратиться? Я сколько Обращайтесь. раз, ну, уже сколько латексных Бумажку перчаток подпишите. выкинул? Что? Что-что? Разрешите Сколько обратиться? латексных перчаток я Обращайтесь. уже выкинул, пока А пытался вас вы из обыскать? отдела МА? Нет. А зачем вы их выкидывали? Что не одноразовые? Вот моя нашивочка. Понял. Ну, пошли, шанс дал бы я буду. Или он долго прописывает, или я не знаю что. Наконец-то. Он принял? Максим, а вы Да. случайно не знаете, где этот МА нахуй? Ну, типа, где они сейчас? Точно не могу сказать вам. Понял. Миранда была зачитана дважды, больше зачитываться не будет. Подождите, подождите, дайте. Поехали бы КСД. Время. Статьи. 6-7. Зиму сразу Ну так сказал. голос нельзя было сказать? Что? Ну, Какой голос? Я говорю. вроде с вами как раз и разговаривал, ну. Лучше еще раз скажи статьи. Ему сразу сказал статью, по которой он задержан. Лень, что ли, или что? Что? Ну тебе лень было это. Я вам инкриминирую 11.3 за односторонний переход на Т, АК, оскорбление сотрудника при исполнении. Что-что? Чего-чего? Еще раз лучше статьи зачитаем, может адвокат душный попался. Мне похуй. Поди поначалу. Не буду ничем зачитывать, я ему уже сказал. Алло? Алло, вы чё? Пацаны, вы вообще или чё? Блять, мне еще Фил подсадил машину вот этого второго. Я ему говорю, садись ко мне, блядь, ну, одно место свободно.
Он говорит, ну я в багажник сяду, блядь, и по итогу, блядь, съебался. Мне пиздец, блядь. Что, двоих, что ли, должен, блядь? Ну Сначала да. обыскают, потом Ком, да, засчитают. это Я ком, да. могу. Могу, по факту, ну, блядь, я что, долбоёб, двоих сразу? Почему нет? О, это, блядь, обрезать сейчас откат, как я это... Ну что, Так. все время откат ведется? Да. Мальчики. Мальчики в детском садике. Ну так я Да? вам говорю, мальчики. Не знаю. Ну, один стрим он так и комментировал. Если что. Не, ничего, так, если СД, слов. то БК, Ну так ой, он же в блядь, детском, короче, в БК, детстве. СД. Я не знаю, как бы это Оу, сказать. Сириус! А за что матом было, блядь? Я не знаю, за что он задерживал. Нашивку тебе откинули? Ну, откидывали как-то. Миранда зачитали? Да, зачитали. Нашивку кто Вообще тебе не помню. откидывал? Кто тебя задерживал, ты помнишь? Не помню. Почему? Вот он тебя задерживал. 163-й, Ну, почему тебя другой везет? 163. Я хз. Они как-то что-то там А вы чё, в поменялись, что трусах ли? вы кто? Адвоката вызывайте тогда сразу тоже. Здравствуйте, вы Да, кто? там еще у меня есть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Зачем вы нарушаете, скажите? Могу принять вашего Да, было задержанного. бы неплохо. Смотри, вас. Все Давайте хорошо, пройдем. давайте пройдемте. Красную Ого. кнопку не забудьте, Сириус. Блять, что Да-да. за сука? Так, секунду, так, Можно? О! Пройдемте. Еще один. Спасибо. Феби. Приветствую. Так. Феби. Тихо. Я сейчас по голове дам. Еще один. Да, иди надо. А мне, кстати, меня похищали только что. Алло. Да? Как? Да. А мы Макс. вы пришли, бомжей. Красавчики. Лучше. На. Выйди. Блять, сука! Заходим. Идите нахуй, я Привет, нихуя никого не понимаю, не слышу. да. Так, Ну, получается, тут. здравствуйте, задержанные. Здравствуйте. Сейчас сниму свои наручники с Здравствуйте. человека напротив. Одевайте свои. Надену свои наручники на человека Задержан по напротив. 6-7 в ходе перевозки в отделение БКСД был инкриминирован 11-3. Хорошо, 6-7, 11-3, получается. Адвокат вам требуется? Да, конечно. Конечно, сейчас вызову. Ну что, сейчас достану флешку с бодикамеры, подключу КПК.